В результате сложного, как утверждают специалисты, пожара вчера вечером на территории воинской части 34602, что на Комсомольском проспекте, зданию казармы нанесен значительный ущерб. Сильно повреждена кровля на площади 100 квадратных метров. Интересно, что первые сообщения в пожарную центральную охрану начали поступать отнюдь не от служивых людей, а от посторонних лиц. Ну а на появление нашего оператора господа военные отреагировали так. Ничего не случилось. Ничего не горит? Так, да. Ничего совсем не горит, да? Абсолютно. Это правда? Да. Правда, учебная тревога. Да, учебная тревога. Из чего можно заключить, в воинской части заинтересованы в том, чтобы пожарный скандал остался исключительно в пределах военного семейства. А посему ни о причинах, ни о размерах ущерба нам ничего не сообщали, а соответственно и мы вам ничего не сообщим. Учения!